что было причиной развращения жителей из дома. Дело в том, что по тем временам они считались самыми богатыми людьми в мире, так как почва в том краю славилась необычайным плодородием. Кроме того, там были природные запасы золота, серебра, драгоценных камней. Когда садомит посылал слугу в огород выдернуть какой-нибудь овощ, то обычно находил под этим овощем золото. Однако следствием избытка, которым наслаждались жители из дома, была не возросшая благодарность Творцу, а совсем противоположная. Они стали уповать исключительно на свое богатство, отрекшись от правления Творца. То есть рассказывается о доме, о богатом крае, полном всего, но как бы без всякой благодарности Творцу. Ну, представь себе, что сегодня вместо того, чтобы гнать человечество вперед страданиями, ему дают все хорошее. Но кто подумает вообще, даже религии там не нужны, если у нас все хорошо и все нормально. Нам дают даже будущий мир, делай все, что хочешь. И с утра до вечера у тебя просто все прекрасно и сияет. Ну так что еще надо? Только выдумывать, как я приятно проведу время. Какой из этого вывод? Ну так, значит, при этом мы что делаем? Лежим на печи по щучьему велению, по моему хотению, вот таким образом. Это является всей нашей, так сказать, розовой мечтой. Человек хочет этого покоя. Ну, мы видим, в сказках описано, чего же тогда. И у дома это было как розовая мечта детства, и вот мы видим, что и в народах это бытует. Почему обратное произошло у этих жителей из дома? Потому что вот я сейчас зачитаю маленький еще момент. В свод сдомских законов входили такие положения. Любого чужеземца, обнаруженного в округе, разрешается грабить, а также издеваться над ним. Дальше написано. Со всякого, кто пригласит чужеземца на свадьбу, в наказание будет снята вся одежда. Какие-то здесь есть еще законы. Почему вдруг из вот ты этого хорошего... Там, из этого комментария ты набрался? Да, да. Интересная вещь. Дальше есть еще. Это хорошо. Но... Обязанность сдомского судьи добиться того, чтобы всякий странник покидал страну без гроша в кармане. Угу. Всякий, кто... Якобы справедливо. Допустим, вот. Мы его закручим в тюрьму и будем высчитывать деньги за его содержание. Да, например. Еще один закон. Всякий, кого видели дающим хлеб нищему, предается смерти. Угу. Ну, я понимаю, что здесь тоже разговор законы идет. Абсолютно справедливые. Законы вы абсолютно считаете? Верны. А как же? А почему я должен кому-то что-то давать? Ну, я же в благостном состоянии. Какое мне все благостное? Дали. Может быть, наоборот. Я нахожусь в благостном состоянии, потому что я являюсь гражданином этой страны. Вот сегодня я открываю газету и читаю про благополучную сытую Швейцарию. Саудовскую Аравию. Да. Они никого к себе не пускают. Они не хотят никого. Деньги приноси, мы их будем хранить. Банк. Да. А дальше ничего. Мы только бережем тот момент, когда мы можем и все их у себя оставить, а тебя отпустить голову и боссово. Я вижу, что все это прекрасно уживается в мире. Это вы так переводите, да? Вот это вот. А я вижу, это внутренние желания. Конечно. Естественно. Они хотят жить в мире, в покое. Все мое, абсолютно все мое. Чтобы никто меня не касался. Вот это является законом очень таким, да, законом с дома, очень красивым.